Седьмой класс, шестнадцатая серия. Перпендикуляр к прямой. Рассмотрим прямую А и точку А, не лежащую на этой прямой. Проведем через точку А прямую АН, перпендикулярную прямой А. Отрезок АН является перпендикуляром к прямой А. То есть перпендикуляр к прямой А – это отрезок АH. Точка H является основанием перпендикуляра. Из точки, не лежащей на прямой, можно провести перпендикуляр к этой прямой, и при том только один. Вот так, из точки А к прямой А можно провести перпендикуляр, это будет перпендикуляр АН, причем только один. Ну, если предположить, что через точку А можно провести еще один перпендикуляр, например, АН1 к прямой А, то получится, что две прямые АН и АН1 перпендикулярные к прямой А, пересекаются, а это невозможно. Первая задача. Точки А и Б лежат по одну сторону от прямой А. Перпендикуляры А, С и Б, Д к прямой А равны. Найдите угол BCD, если угол CAD 50 градусов. Значит, точки C и D принадлежат прямой А. Вот идет прямая А. Точки А и В по одну сторону от прямой А. А, это перпендикуляр к прямой А. И БД – перпендикуляр к прямой А. Причем эти перпендикуляры, вот длины этих отрезков равны. Известно, что угол CAD, вот этот угол, 50 градусов. А надо найти градусную меру угла BCD. Так, давайте вот это надо найти, это вопрос задачи. Так, давайте рассмотрим треугольник А, С, Д и Б, С, Д. В этих треугольниках есть равные отрезки АС равняется БД по условию. Сторона СД общая, потому что СД принадлежит и одному треугольнику, и другому. Кроме того, а, с и ВД – это перпендикуляры, значит, есть равные углы, прямые. Значит, эти треугольники равны по первому признаку, по двум сторонам и, угла, и углу между ними. В равных треугольниках соответственные элементы равны. Значит, углу А соответствует угол В второго треугольника. Значит, угол В будет 50 градусов. Угол BDC прямой, потому что BD перпендикуляр. Значит, градусная мера угла BCD будет 180 минус 90 минус 50. Получится 40 градусов. Сумма углов треугольника 180 градусов. Вторая задача. Через точку А, не лежащую на прямой А, проведены 5 прямых. Так, Вот эта точка А, а это прямая А. Значит, проведены 5 прямых, пересекающих прямую А. Верно ли, что по крайней мере две из них перпендикулярны к прямой А? Нет, это утверждение неверно, потому что э, только одна прямая может быть перпендикулярно к прямой А. Вот, только одна, но никак не две, не три и никак не больше. Только одна. Третья задача. Длины двух сторон треугольника равны 3 сантиметрам и 1 сантиметру. Найдите длину третьей стороны этого треугольника, если она выражается целым числом сантиметров. Решая эту задачу, мы воспользуемся неравенством треугольника. В дальнейшем мы докажем вот эту теорему. А пока мы эту теорему применяем, решая задачи. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Так, 3 сантиметра. 1 сантиметр — это известны длины двух сторон. Давайте решать задачу перебором, рассматривая натуральные значения потому что целое положительное число должно быть сантиметров, ну, начиная с наименьшего натурального числа. 1 может ли длина третьей стороны быть равна 1 сантиметру? Нет, не может, потому что получается, что 3 больше, чем сумма двух других сторон. Значит, 1 не подходит. Так, хорошо. Может ли быть значение 2? Значит, 3, 1 и 2 тоже не подходит, потому что получается, что 3 это сумма двух других сторон. То есть у вас получится не треугольник, а отрезок. Так, значит, не подходит. Следующее значение рассматриваем. Допустим, 3 сантиметра. Это возможно. Значит, 3, 1 и 3. Так, вот это такой вариант возможен. 3 сантиметра. Так, давайте рассмотрим следующее значение, потому что в задачах такого рода иногда бывает несколько возможных вариантов. Так, идем дальше. Следующее натуральное число 4 не подходит, потому что 4 равняется сумме двух других сторон. 3 плюс 1. Получится не треугольник, а отрезок. Так, ну и понятно, что если брать еще большее значение, то тоже построение треугольника невозможно. Итак, в данной задаче только один ответ. Три сантиметра длина третьей стороны.